первых минут видео, с первых секунд хочу выразить всем подписчикам благодарность. Наконец-то мы дождались. Наконец-то нам пришла посылка с YouTube. Значит, с самого начала. 19 мая, наконец-то, канал достиг отметки 100 тысяч подписчиков. Долго я ждал этот момент. Многие в меня верили, многие в меня не верили. Кто-то сомневался, говорил, что тематика канала не наберет. Ну, она не подходит для 100 тысяч, потому что автомобильный ремонт трудно набрать. Сколько подписчиков. Но, тем не менее, мы набрали. Произошло это все 19 мая 2017 года. Выждали мы пару месяцев. И 10 июля, сейчас я посмотрю, я забыл что-то посмотреть. Да, и 10 июля мы отправили заявку, пришла с YouTube форма на канал, чтобы там я заполнил ее. И здесь дали код, по коду переходишь в какую-то другую контору, вводишь код, там оформляешь данные и пишешь название канала. Я еще не знал, как написать гараж, каховка, как не знал написать, потому что по-русски не пишут, в итоге английскими буквами каховка написали. И вот 10 июня, наконец-то, они приняли заявку, написали, жди от 6 до 12 недель, и придет тебе кнопка. В итоге она, по-моему, должна была прийти в сентябре. Сентябрь нифига, октябрь нифига. И в начале ноября я уже опять им повторное письмо написал. Почему мне не пришло ничего? Где моя кнопка? YouTube, отдай мне мою серебряную кнопку. В итоге написали ответ. Это было начало ноября. Написали в начале ноября, что в конце ноября мы все-таки тебе... Вернее, не все-таки, а... Да не мой телефон. В конце ноября мы вышлем кнопочку. В итоге ждал. Весь ноябрь прождал, весь декабрь прождал. И 12 января наконец-то пришло на почту письмо, что отслеживайте посылку, вам идет посылка. Хотя там не было написано, что это кнопка с Китая посылка. Но по размерам там 40 на 30 чем-то, 11 и 2 кило, нетрудно было догадаться, что наконец-то это кнопка. Тем более... Написано 24-го я должен был получить, нет, это ни при чем. Ну, в общем, за 10 дней она дошла, 12 января ее выслали. Теперь давайте посмотрим, что там. И еще скажу, многие заходят на канал и видят регистрацию канала, что канал создан в феврале 2012 года. На самом деле, это просто аккаунт был создан в 2012 году зимой. И он был заброшен, я даже на него не заходил вообще. Потому что изначально канал первый, многие часто слышат от кого-то на первом канале, на старом канале, новички спрашивают, а где первый канал, как найти первый канал. Дело в том, что первый канал был создан через информационно-развлекательный сайт Украины BigMir.net. То есть зарегистрировался я на BigMir.net и создал канал. Я вот не помню, как он там создавалось, но в итоге в один прекрасный летний вечер пришло письмо на почту, что компания BigMir.net расторгает сотрудничество с Гуглом. И если у вас есть канал, то забудьте о нем. Поэтому... Поэтому я еще там терпел, я даже видео все перекачал с него, потом что-то у меня там горе с компьютером случилось, они исчезли, я их удалил нечаянно. В итоге, или это осенью было, нет, это, наверное, было осенью. В итоге, когда я понял, что канал жопа, никакие службы поддержки BigMir.net на письма не отвечают, ничего не отвечают, весной примерно в апреле 2015 года я начал активно, я закончил заливать видео на первый тот канал, который написано было в марте, все хана, вы на него не зайдете. Я закончил заливать туда видос, я его забросил, создал другой канал, Виталий Каховка
Тот был канал назывался первый Виталий Каховка, второй канал Виталий Каховка УА. Потом, конечно, мы переименовали его в Гараж Каховка. Поэтому давайте условимся, что этот канал создан весной 2015 года. Вот в апреле 2015 года создан. То есть каналу сейчас, ну скоро будет 3 года. Еще достался, осталось февраль, март, апрель, вот еще 3 месяца и будут 3 года. На первом канале было 10 тысяч подписчиков, по-моему. Потом я создал видео, что я ухожу с этого канала, так как мне там отрубают доступ к YouTube-каналу. Вот второй переходите, тысяч там 6-7 подписалось. Ну, остальное до сотки мы зарабатывали честным трудом. Нет ни одного накрученного просмотра, ни одного накрученного подписчика. Никому не платил никогда за рекламу, никого никогда не просил. Пожалуйста, упомяните меня в видео, помогите раскрутиться. Никогда никому. Я привык все сам. С каналом все так же и произошло. Сам он и набрал. Кстати, я сегодня удивился, когда зашел на канал в раздел видео посмотреть, сколько видосов. 1005 видосов. Из них штук 10 видосов или 20 закрытых. Есть там закрытые автомобили. Есть, потому что город маленький, когда люди делают автомобиль, а потом через год его начинают продавать, а ему звонят и говорят, так ваш же автомобиль в Ютубе висит, вы же его делали. Поэтому люди звонят и просят прикрыть видос. Ну, я не против. Все равно то, что я делаю, смотрят в первую неделю, как бы массово смотрят. А потом, знаете, в день там 1, 2, 3, 10 человек смотрят этот видос, там полгодишный, годишный. А на этот сейчас канал мы начали видосы заливать с ремонта гаража, потому что как раз совпало, я купил гараж и YouTube отрубил, и Бигмирнет нам запретил доступ на первый канал. И в итоге так получилось, что этот канал начал с ремонта этого гаража. То есть первые видосы идут по ремонту, а потом мы начинали. И вот так вот мы, прям можно сказать, раскрутились. Всем большое спасибо, кто подписан. Всем большое спасибо, кто отписан. Всем большое спасибо, кто забанен. Мне кажется, у меня на канале самое большое число забаненных. Может, это, конечно, нельзя говорить, но сейчас на канале более 1000 человек забаненных. А это, в принципе, 1% из всех моих подписчиков. Ну, там 1,2. Сейчас на канале у нас... Сколько у нас подписчиков хоть? 124 тысячи. Вот представляете, до марта сотку набрали, и вот почти за сколько тут? За 9 месяцев всего лишь 25 тысяч просмотров набрали, подписчиков набрали. Ну, в общем, все. Мы набрали свою аудиторию, и больше мы особо не наберем. Многие на рацию, вот, пацаны говорят, что пока серебряная кнопка и шла. Я до сих пор не знаю, может, это не кнопка. Да не, ну, Парлон красивый, значит, кнопка. Кнопка. Многие на рации говорят, что пора тебе уже золотую надо было прислать, пока ты эту получил. Я не претендую на золотую. Я знаю, что мы ее не добьемся. Миллион подписчиков мы не наберем, потому что все-таки эта тематика канала, она, ну, не захватывает всю аудиторию Ютуба. Да нам и не надо. Мы вот набрали 100 тысяч и все. Как бы, знаете, вот создал канал, там набирал. Бук там приблизился 40, 50, 60. Понял, что да, 100 наберем. Миллион не наберем. А если наберем, то это будет через много-много лет. Я и не хочу. Единственное, что я еще хочу от Ютуба, это на лайв-канале набрать 100 тысяч, получить еще одну кнопку. Потому что, опять же, многие спрашивают, а где у тебя кнопка будет висеть, дома или в гараже? Конечно, в гараже. Потому что заслуга этой кнопки — это гараж, это не дом. А вот если мы так случится, что на лайв-канале мы все-таки заработаем еще одну кнопку, то тогда мы ее заберем домой. Что, откроем? Я же вам вроде все, да, рассказал. У нас почти 47 миллионов просмотров. Это хорошая цифра. 125 тысяч подписчиков. 1005 видосов. В открытом доступе, ну, наверное, ну, вот 1005 минус 20 видосов. Вознаграждение канала, блин, и шла, и в итоге вон сколько.
9 месяцев, что ли, я на это, не, не 9, 8 месяцев. Ну, короче, долго и шла, и шла. В итоге на BigMirNet мне доступ все-таки за... Не смог я туда войти, канал еще год провисел, а там раз в год надо зайти, подтвердить, что это твой канал, сделать какие-то действия, и мне приходит письмо, извините, ну вот, через, если через месяц не зайдете, там не подтвердите, то все, канал автоматом удаляется. Ну, удаляется, удаляется, что делать? Тем более, когда он уже удалялся, уже на втором канале было нормально подписчиков, то есть. А, что еще хочу сказать? Ну, вот если канал сейчас живет, растет, хотя вы знаете, когда было 20 тысяч подписчиков, он так рос. Когда 40, он так рос. И вот сейчас 125, и все равно число подписавшихся в принципе не изменилось. Так оно самое и осталось. Просмотры тоже примерно так и осталось. Например, там 2 миллиона, 2,5 миллиона было просмотров, когда было 10 тысяч на канале. Сейчас на канале 125 тысяч, все равно 2 миллиона, 2,5 миллиона просмотров. Ничего не поменялось. Руки сушат, извините, облежу. Это... Сейчас, вот взять, к примеру, январь, 20 дней, с 1 января по 20 января, аналитик показывает, подписалось 4270 человек, из них отказалось от подписки 291, ну я там еще забанил многих, 291, в итоге подписчиков за январь получилось 3500. Ежедневно на канал подписываются, вот если взять этот промежуток 20 дней январских, самое малое количество подписчиков в сутки это 138 подписонов. Ой, извините, подписчиков. Самая большая цифра за январь это 240. Ну, в принципе, можно так вот, если серединку отметить, то 190-200 человек подписываются в день. За что вам всем большое спасибо. Спасибо всем, кто подписался, не отписался. Спасибо всем, кто смотрит. Спасибо всем, кто просто подписался, забыл колокольчик нажать. Тоже не смотрит. Ну, в общем, всем спасибо. Что же бы я без вас сделал? Вы же все мои друзья. Ну и давайте торжественный момент. Немножко я перегорел с этой кнопкой, понимаете, когда я тогда набрал 100 тысяч подписчиков, я так ждал, я заходил так в эту отслежку кода, где должна была написано, что едьте уже, забирайте посылка в пути. И вот сколько, 9 месяцев прошло, да? Уже запутался сколько. И вот сегодня я забрал как бы и... Во-первых, позвонили, сказали, едь посылку забирай, я сразу не поехал там, вот посылку забрал, уже, конечно, охота была на почте открыть бы, посмотреть, чуть-чуть перегорел. Так, посмотрим на ютубовскую посылочку, о, какой поролончик прикольный, поролончик сохраним. Вот, это в мае мы набрали июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 8 месяцев прошло. И 3 дня. 8 месяцев и 3 дня. YouTube просто про меня забыл. Я в партнерку написал, что, блин, YouTube про меня забыл. И вот она там помогла. Пообщалась с YouTube и написала, что в конце ноября будет вот такая кнопочка. Радости должно было бы быть полные штаны. Ну, как бы штанов полных нету. Но все равно есть такая радость, нифига себе. Я всем желаю таким, такую кнопку, у кого есть подписчики на канале, у кого есть YouTube канал. Торжественное открывание. Там фанфары. Бам-бам-бам-бам. YouTube молодец. Наконец-то он мне прислал письмо. Поздравляем, вы набрали 1000 подписчиков. Ну, немножко они там на 8 месяцев, конечно, опоздали, но ничего страшного. Это серьезный результат. Ведь чтобы привлечь на канал такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Да-да, я работал. Он на стапеле на Ромашковом целых 2,5 года. Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой памятный подарок, серебряную кнопку. Теперь ваша задача удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверены, вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж — 1 миллион подписчиков, гораздо ближе, чем кажется. Да фига он там, блин, будет у меня. Я просто... Будет, не будет. Не, если стиль съемки не поменять, то не будет.
Да мы и не претендуем. Лучше еще одну сразу такую пришлите. Так, это все вот сюда. Кнопочка. Ну давай, красивая, хоть бы стекло разбитое не было. Да ты шо, какая красота. Все, начинает появляться улыбка на лице. Гараж-каховка. Я так боялся, чтобы они гараж-каховка правильно написали. Не, ну вы знаете, правильно написали. Гараж-каховка. YouTube. Ну, серебро. Ну, не серебро. Кому интересно, из чего сделано, погуглите. Погуглите, посмотрите. А, награда YouTube. Куда мы повешаем, еще не знаю. Где-то повешаем. Под кондишеном, там две картинки, их немножко раздвинуть, как раз ее жестко только надо прикрепить. Или заместить. Надо, чтобы она читаемая была. В общем, спасибо всем, кто с нами. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Не буду говорить, как все, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Никогда не говорил такого. Не буду говорить, что у нас на канале будет еще очень многого интересного. Вот то, что было до этого времени, то и будет. Стратегию съемок и привлечения новых телезрителей менять не будем. Будем снимать в старом стиле. Ну, то есть, есть настроение, снимаем. Нету, не снимаем. Оп. Много машин, конечно, было от вас скрыто. Потому что я вам говорил, что работы нету там или по делам уезжаю. Ну, люди, много ж перекупом делаешь. Много машин есть. Ну, как тундра. Вот, есть, мы делали тундру. Был плейлист тундра, я его прикрыл. Потому что человек теперь тундру, ну, попросил, говорит, я буду продавать, закрою. Вот, как тундра. Потому что есть машины, которые, ну, немного их у нас в городе. Немного в городе, поэтому люди и просят прикрыть их. Прикрыть. Еще раз всем большое спасибо. Кто куда, я работать. До свидания.